Осколки черепа динозавра, возможно, привезли в Екатеринбург рыбаки. Они убеждены, что нашли на дне Уральской реки Рута-Ю на Ямале останки доисторического животного. С виду это простой большой камень, но внутри у него кроется научная сенсация, пытаются доказать активисты. Тайна вскоре станет явным, ведь в этом году горожанам наконец-то удалось прикоснуться к истории. В прошлом году уровень воды был настолько высок, что на этом месте была полутораметровая стоячая волна. В этом году аномальная засуха, но это позволило нам все-таки добиться своей цели. Взять немного образцов, отколоть вот этой окаменелости. Вскоре образцы передадут ученым, которые выяснят, был ли этот камень когда-то живым существом. Напомню, артефакт в Северной речке 2 года назад обнаружила пермская группа, которая сплавлялась по руслу. Один из участников поскользнулся на валуне и обратил внимание на его сходство с головой динозавра. С тех пор у предполагаемого ящера в гостях побывали несколько экспедиций. Но только нынче с помощью молотка удалось выбить у динозавра пару зубов. Если, конечно, это и вправду голова доисторического ящера. Рыбаки убеждены, что они в шаге от сенсации, ведь, по мнению ученых, динозавры в Приполярье не обитали. Вот этот вот треугольник – это у нас основной резец, то есть часть, точнее, его, потому что его полностью отколоть в той, ну, такой где-то вот высотой получается, где-то в диаметре, ну, такой треугольник, его сложно отколоть, соответственно, откололи кусочек. И вот эти вот остатки, эти вот 4 куска, грубо говоря, это коренные зубы.